Якщо грибок вам дошкуляє, естезофін допомагає. Стася. Станислава Константинов. С днем рождения тебя. Бабка, и тебя с моим рождением. Так, ну-ка открывай шторку. Смотри туда. Такой, как хотела. Такой. И чем мы можем прямо сейчас прокатиться? Конечно. Поехали к маме. Я очень быстро. Давай, давай. Так, только чур обкатку техники будет производить мастер. Ну, пап, ты и так все время гоняешь. А вот именно, пора бы уже угомониться. Гонял и буду гонять. Имею право хоть как-то расслабиться. Блин, ну я сама хочу. Да садись, я уже обкатал. Бан сними, Боря. Мне кажется, она была бы тобой довольна. А тобой нет. Почему? Она бы хотела, чтобы ты был счастлив. О, я счастлив? У меня успешный бизнес, самая лучшая в мире дочь. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Но нет такой женщины, которая была бы так же прекрасна, как твоя мама. Может быть, ты плохо ищешь? А что, нам плохо вдвоем? Я уезжаю. На целых 2 года. Ничего страшного, потерпи. Пока ты не станешь магистром экономики, вернешься, и мы оба возглавим компанию. А потом подаришь мне внуков. До этого еще очень далеко. Пойдем. Ну, серьезно, может, ты подумаешь о своей личной жизни? Я слышала, как ты по телефону с какой-то Иринкой мурлыкал. Кто она? Если у меня появится что-то настоящее, то об этом узнаешь первый. Ясно? Ясно. Тюльпан. Молодец. Так, теперь... Стоп, стоп. Дыши, дыши. Смотри на меня. Не переживай, это всего лишь машина. Так. Держи, просмотри еще раз карточки. Эля, можно? Что случилось? Я не знаю, что делать. Опять подняли арендную плату за помещение. Мне нечем будет людям платить зарплату. Хоть бери и центр закрывай. Ну, давай я возьму еще пару учеников. В конце концов, потерплю без зарплаты. Может, это как-нибудь поможет. Еще немного продержимся. Спасибо тебе. Спасибо огромное. Да, Кларуша, слушаю. Да, моя дорогая. Элечка говорит, что нужны ученики. Кларочка, хорошо бы, чтобы человек взрослый, ответственный был. Спасибо, моя дорогая. Бабуль, это я! Ну, как ты? Мой Альцгеймер сегодня был поприличнее. А почему ты не поела? Не поела? Да.
Забыла, наверное. Ну, ничего страшного, заодно вместе пообедаем. Нет, это невыносимо, стать обузой для любимой внучки. Ну, что за глупости, а? Разве я была для тебя обузой, когда мы с тобой остались вдвоем? Ты была совсем крохой, когда твоя негодница-мать сбежала с этим заезжим гусаром. Мы уже 100 лет, как договорились с тобой ее простить. Это ты так решила? А у меня не получается. Обречь родное дитя на страдания из-за какой-то там великой страсти? Это сиделка. Какая еще сиделка? Зачем? Как минимум, напоминать тебе поесть. Заодно будет составлять тебе компанию на прогулках. Дожилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Лара, сиделка из агентства. Прекрасно. Проходите. Бабуль, встречай гостя. Новых инвесторов я пробил. И что? Ну, не ангелы, конечно, но и не разбойники с большой дороги. Это уже хорошо. Ангелы, как говорится, в наших краях не водятся. Всем привет. С именинницей. У тебя что-то срочное? Ну, что может быть срочного у главбуха? Вот пришла узнать, звана ли я на торжество в ресторане. Ну, я, пожалуй, пойду. Распечатаю резюме инвесторов, сам глянешь. Хорошо. Ну, если что, мне к стилисту надо успеть. Ира, а что у тебя за мода? Потоптаться по любимым мазью. А что я такого сказала? Мы же с тобой обо всем договорились. В среду увидимся, сходим вдвоем. Тот же ресторан. Ну, понятно. Как обычно. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Не идущая. Я? Да не дождешься. Костенька, я ж терпеливая. В смысле? Ну, вот уедет твоя Стаська за границу. Замуж там выскочит. Вот тогда мы с тобой поговорим, когда ты взвоишь от тоски и одиночества у себя в замке. Так, это можно отдавать в работу. Ты, кстати, обещал найти репетитора. У Стаси всего 3 месяца, чтобы подтянуть английский. Ай, чтоб ты без меня делал. Декан факультета иностранных языков девочку одну советует. Профессорская внучка. 3 языка в совершенстве. Звать? Профессорская внучка. Пахнет нафталином. Тебе не кажется? Ну, зато высший пилотаж. Мне бы хотелось, чтобы хоть кто-то мог научить мою дочь быть женщиной. Но этому Костенька ни одна учительница не научит. Ей за это не платят. А вот женщина, которая жила бы рядом, утонченная, со вкусом, не за деньги, могла бы просто своим примером воспитать. Чтобы не пацанкой выросла. Отдавай в работу. Спасибо. Тебя не поймешь, Капитолина. У дочки были поклонники – плохо. У внучки нет – тоже плохо. Замуж ей надо, Лароша. За хорошего человека. Голубушка, где в наше время такого возьмешь? В том-то и беда. Эля говорила, у тебя для нее есть ученица? Взрослая девица, как Эля и хотела. Поднатореть надо в разговорной речи. Папенька у девочки целый олигарх. А она, небось, избалованная бабенка? Таких вопросов не задавала. Главное, чтобы платили. Бедная моя девочка. Откуда только этот Альцгеймер взялся? С 18 лет работает, работает. Разве такого я хотела для нее? Повисла на моей девочке, как кандалы. Нет, с этим определенно что-то надо делать. Олигарху согласие давать? Давай.
Тебе тут Элеонора Павлинс, как говорит, ты в курсе? Не Элеонора. А, точно. Учительница иностранных языков. Идем. Здравствуйте. Здравствуйте. Эля. Очень приятно, Костя. Константин Станиславович Литвак. Здрасте. Здрасте. Простите, я опоздала, там такие пробки в городе. Вот. Знакомьтесь, ваша ученица Станислава Леонора Павлинская. Можно просто Эля. Стася, очень приятно. А вы правда три языка знаете? Ну, вообще-то пять. Моя бабушка говорит, что каждый уважающий себя человек должен знать хотя бы три языка. О, видишь, пап, мы с тобой вообще полный отстой. Да? Угу. Может, стоит поднапрячься? А, дочь? Я предлагаю подумать об этом за чашечкой чая. Да? И давно твоя бабушка болеет? 3 года назад поставили диагноз. Она тогда перестала читать лекции и сосредоточилась на научных статьях. Но, к сожалению, за них практически ничего не платят. Обалдеть, ты сама вот это все тянешь, и ученики, и центр, Альцгеймер. Слушай, я бы, конечно, так не смогла. Кстати, варенье айвовое. Вкусное, попробуешь взять. Да что здесь такого? Я никогда даже не задумывалась об этом. Бабушка всегда обо мне заботилась. Вот теперь моя очередь. Вообще, конечно. Пап, ты представляешь? Элли мало того, что языки знает, она еще и занимается с аутистами. Так она их английскому даже учит. Обычная работа. Присаживайтесь. Прошу. А правда, что все аутисты гении? Ну, можно и так сказать. Ну, они все замечательные. А можно я приду на них посмотреть? Стася. Ну, стой же, не буду мешать, я просто посмотреть. Дело не в этом. Просто боюсь, что центр закроется. Почему? У нас финансовые проблемы. Пап? Какие проблемы? У нас частное заведение, и с точки зрения коммерции у нас все плохо. Да, и таким образом наша компания могла бы абсолютно официально перечислять на счет центра необходимую сумму денег. Погодите, что, вот так просто будете перечислять? Да, у нас есть опыт спонсорской помощи и детским домам, и домам престарелых. Скажите, а откуда вы узнали о нас? Случайно. Кто-то сказал, даже не вспомню, кто. Вы знаете, это очень неожиданно, потому что я столько кабинетов обошла. Если вы не возражаете, я пойду. А вы сегодня же пришлите вот по этому адресу ежемесячную смету. Да, конечно. И у меня к вам будет одна маленькая просьба. Не афишируйте, пожалуйста, наши отношения. Ну, я должна буду объяснить хотя бы сотрудникам. Я уверен, вы сделаете это, не упомянув моего имени. До свидания. До свидания. Эля! Эля, мы спасены! У нас появился спонсор. Да, давай, в нашем кафе. А? Литвак. Бедная Элечка. Вот скажи, зачем так жить? Быть обузой? Ну, тут уж ничего не поделаешь. У каждого свой крест, и хочешь не хочешь, а надо его тянуть до конца. Тут уж как кому на роду написано. Да вы, Ларочка, просто Диоген. Только раннего христианского периода. Передохнем? В центре накупила всякого. Книжки, игры. Ты же говорила, у вас финансовый крах. Был. У нас появился ангел-хранитель. Это хорошо. Да? Что поделала? Не замерзла? Нет. Мы так много прошли. Альцгеймер рядом. Ну, даже не думайте о нем. That's all for today. The lesson is over and I like to spend time with you. Me too.
Это Константин Станиславович приехал? Да. Папа всегда так. Дом, работа, работа, дом. Ничего больше знать не хочет, совсем в сухаря превратился. Да, он вроде бы не сухарь. Замечательный. Привет, дружница. Наработались? Так, заканчивайте. Идемте чай пить. Я тортик принес. Бегом, 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 за мной. Идем. Спасибо. Спасибо, папа. Ой, дырява моя башка, забыл Борису сказать. Я на минутку. Ну что ты меня сверлишь? Я тебе советую. Мне кажется, что если у тебя есть мама или папа, они по определению замечательные, самые лучшие в мире. Ты совсем своих не помнишь? Совсем-совсем. Они умерли, да? Оба? Не знаю. Как это? Так, я их никогда даже не видел. Мама, уставшая от строгих бабушкиных правил, едва родив меня, сбежала с одним заезжим гусаром. О. Да так и не объявилась. Ничего себе. Бедная ты. Поэтому, мне кажется, каждый, кто не бросил своего ребенка, уже замечательный. А ты не хотела ее найти? Если она никогда не пыталась меня увидеть, то зачем навязываться? Да и потом бабушка обиделась бы, она поклялась о ней никогда даже не вспоминать. Да. Я тоже никогда свою маму не видела. Но она умерла, чтобы я на свет появилась. А папа так больше не женился. Я с добавкой сейчас. Как тортик? Константин Станиславович, я хотела вам сказать, я, безусловно, уважаю ваши решения, которые, ну, что вы решили не афишировать помощь нашему центру. Но я вам так благодарна. Вы себе не представляете, какую помощь вы оказали нашим детям, как это для них важно. Спасибо вам огромное. Доброй ночи, бабушка дождалась. Здрасте. Вот сколько мы со Светланой кабинетов обошли. Видела бы ты эти сытые, самодовольные лица. И у всех один ответ. В нашей компании лимит на благотворительность уже исчерпан. Да? Константин Станиславович, он только один раз услышал. Я все поняла, ребенок. Что ты поняла? Ну, что твой литвак замечательный человек. А чего это он мой? Он просто замечательный. Ну, просто, когда женщина так много говорит о мужчине, это свидетельствует, что между ними что-то поселилось. Бабуль, ну ты правда что-то такое фантазируешь? Я тебе просто о человеке рассказываю. Элечка, а принеси ко мне семасиологию. Она там в библиотеке, на самой верхней полке. А что это ты о семасиологии вспомнила? Да так, нужно проверить некоторые дефиниции. Тебе не сложно? Не сложно. Здравствуйте. Это Капитолина Сергеевна, бабушка Элли. Нам с вами надо встретиться. И это срочно. Запишите, пожалуйста, адрес. Никогда не понимал, что такое в человеке порода. Никогда. А вот в Эле это чувствуется. Например? Например. Благородство. Давно слышал о таком? Давненько. Вот. А вы ли это чувствуется, благородство, понимаешь? Ну, зачем ей нужны эти аутисты? Они же денег не приносят. Для резюме. И карьера тоже ничего не значит. Она их тянет. Какие-то новые методики осваивает, английскую мучает, переживает. И даже без денег готова работать.
Да. Девочка, она, конечно, необычная. Я с этим согласен. А ты уж часом не трескался в нее. Я тут пару раз замечал. Да, перестань. Ваши переглядки, а? Это тоже мне Пинкертон. Она мне в дочери годится. Да хватит сюда. Простите. Случайно услышала ваш разговор. Да, конечно, заходи, нам скрывать нечего. Вот если бы меня спросили, я бы ответила, что вкладывать деньги в инвалидов неправильно. Поддерживать надо молодых, амбициозных, талантливых, способных приносить пользу людям. А какой толк человечеству от этих кабачков? Аутисты, Ирина, не инвалиды. Они просто другие люди. И из них иногда вырастают гениальные ученые. Давай сюда. Ух ты! Как быстро училка тебя в свою веру обратила и в оборот взяла. Хватит ерунду молочь. Что? Боря прав, ты влюбился? Свободно. Так. Боже, какая вы красивая. Так, давайте, может быть, я пирог в духовку поставлю? Тесто, голубушка, любит одни руки. Правда, не такие пляшущие, как мои. Дай-ка мне таблеточку успокоительную. А то что-то не припомню, пила я сегодня или нет. Но Эля сказала, что пили. Все равно, давай. А то как мне с такими руками гостя встречать? Не забыть бы, как его зовут. А то вчера с Кларой разговаривала, напрочь вылетела, как ее зовут. Это Клару-то. Еще не могла вспомнить тему своей докторской диссертации. Нет, это невыносимо. А что будет дальше? Ничего, в этой жизни ко всему можно приспособиться. Эля вам напомнит, я вдруг чего. Да, особенно тему докторской диссертации. Ну и как с этим жить? Цикуты мне не найти, остается только петлю. Бог с вами, грех, а еще профессор называется. Я старая атеистка, Лара. Так что Богом меня не испугать. Может быть, Элю предупредить надо было? Вдруг ей не понравится ваша затея? У меня, дружочек, нет времени. А если переклинит? Прямо завтра. А я даже не знаю человека, которым так увлечена моя внучка. Добрый вечер. Добрый вечер. Капитолина Сергеевна? Да, я. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Это вам. Благодарю. Константин Станиславович. Рада знакомству. Взаимно. Добрый вечер. Добрый вечер. Проходите к столу, пирог стынет. Проходите, пожалуйста. Раздевайтесь. Благодарю вас. Как только погрузишься в языковую среду, все, что учила, само собой будет выплывать. Вот видишь. Хорошо, что в моей жизни именно ты появилась. А то была бы какая-то столетняя куша, и что? Я бы умерла со скуки. Передавай Константину Станиславовичу большой привет. Ну, конечно, передам. Я его целыми днями не вижу. Он ходит какой-то странный, рассеянный, улыбается сам себе. Я думаю, влюбился, может. Влюбился. Было бы неплохо. Не хотелось бы мне вот тут одного оставлять. Ну, ладно, пока. Давай. Приведусь.
Рад был познакомиться с вами. Простите, вы так наставили на встречу, потому что... Потому что Элечка определенно увлечена вами. А мне, как говорится, объект неизвестен. Был. Я думал, вы хотите поговорить о вашей болезни. Я очень хотел бы чем-то помочь вам. Не разочаровывайте меня. Говорить с дамой о ее нездоровье моветон. Просто у меня поклонник по фамилии Альцгеймер. Всего доброго. До свидания. Вот за такого бы я замуж пошла. Пока тебе пора на автобус. Точно. Опоздаешь. Справитесь без меня 2 дня? Обязательно. Точно? Точно. Не забывайте о лекарствах. Вечером, утром. Помню. До встречи. Завтра. Все завтра. Элеонора Владимировна, мне кажется, ваши занятия как-то растормошили сына. Да. И наша стала такой. Более эмоциональной, что ли? Ну, значит, мы с вами на правильном пути, да? Конечно. Да. Спасибо, до свидания. До свидания. До встречи. Эля, ты так сегодня прекрасно выглядишь. Правда, тебе нравится? Отпад. Спасибо. Может, по кофейку? Лара отпросила сегодня на дачу, я должна бежать. Я помчалась. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Бабуль, смотри, какую прелесть я тебе купила. Прости.
Девочка моя, радость моя, любовь моя. Я никогда не говорила тебе этих слов при жизни. Боялась избаловать. Ведь жизнь тебя не баловала с самого рождения. И тебе нельзя было вырасти слабой. Теперь я уверена в этом. Есть кому тебя любить, защищать и даже баловать. А я пойду туда, во что не верила. Надеюсь, там я даже подружусь с господином Альцгеймером. И где не буду никому мешать. Прости и прощай. Будь счастлива. И кланяйся Константину Станиславовичу. Он славный. Спасибо вам огромное. Я бы сама не справилась. Ну что вы. До сих пор не могу поверить, что она меня оставила. Она не хотела портить вам жизнь. Невероятная женщина. Как я теперь буду одна? Я совсем не умею без нее жить. Давно хотел сказать вам, я, конечно, не смогу заменить вам родного человека, но вы всегда можете на меня рассчитывать. У меня хорошая идея. Пусть Эля сегодня останется у нас переночевать. Нельзя в такой день быть одной. Спасибо, но я... Я думаю, будет правильно, если вы некоторое время погостите у нас. Да. Уверен, Капитолина Сергеевна не возражала бы против этого. Пойдемте. Доброе утро. Уже не спишь? Подожди. Я должен тебе сказать. Послушай, ну мы же с тобой взрослые люди. И с самого начала между нами все было предельно ясно. Да, предельно. Раз в неделю никаких обязательств. Но ведь и этого не стало с тех пор, как появилась эта пигалица. Кость, ты мне скажи, ну что умеет она, чего не умею я, а? В жизни, в постели. Ну, здесь ни при чем. Ну, ты же понимаешь, что я тебя так просто не отдам. Я думаю, это смешно. Между нами больше ничего быть не может. Прости. Правда, прости. Ладно. Ты меня просто плохо знаешь. Это она на защиту докторской шила. И камею в антикварном купила. Может, тебе оставить? Ну, конечно. Куда мне? Картошку копать? У тебя, Ларусь, работа с людьми. Да нет, у меня никакой работы. Может, ты кардиган возьмешь? Мне будет приятнее, если бабушкины вещи еще кому-то послужат. Тем более тебе, диагента наш наглядный. Только диагент не уберег бабушку. И она говорила мне, но у меня и мысль не проскочила, что она это сделает. Может, ей было проще сделать это, чем стать беспомощной. Ты теперь у Литваков живешь? Да. Стася пригласила погостить, чтобы я не была одна. Ну, а сам Литвак? А что, Литвак, он тоже не против? Да, Капитолина была права. В чем? А в том, что нравится тебе Константин Станиславович. Он потрясающий человек. Такой благородный, щедрый. Ну, а ты его любишь?
Восхищаюсь. Разве это не любовь? То есть ты бросил все дела и помчался помогать какой-то малознакомой пожилой женщине только потому, что это бабушка Элли? Пап, что происходит? Я не знаю. Она ведь почти твоя ровесница. Кто? Бабушка? Ой, Стаська, мне не до шуток. Я даже не знаю, как к ней подойти. Лихим кавалерийским наскоком. Это я тебе как девочка говорю. Пап, я очень хочу, чтобы ты был счастлив, правда. Только, пожалуйста, будь осторожен. Если что, я рядом. Все, мне пора. Я побежала, буду после. Сама будь осторожна. Лихим кавалерийским. Привет. Здравствуйте. У меня для тебя сюрприз. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Я люблю себя. Ну где ты пропадаешь? Так. Так. Хорошо, что вы обе здесь. Я хочу сделать заявление. Будь моей женой. Хорошо. Можно? Я очень хочу, чтобы вы были счастливы. Я очень рада, что вы вместе. Стоп. Это что получается? Я свадьбу пропускаю? Подожди, какая свадьба? С этой сватой, с пупсом на машине и толпой незнакомых людей? Я, честно говоря, не готова. Не хотелось бы. Ну, отлично. Отметим по-семейному. Вдвоем. Да. Я подумаю и решу. Илечка, у нас завтра переговоры с итальянскими партнерами. Но вот переводчик заболел. Но я не знакома с финансовой терминологией. С другой стороны, у нас впереди еще вся ночь. Значит так, тогда завтра утром провожаем ребенка и едем в офис. Да? Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте.
Проходи. Работаем, работаем. Меня на серую мышь решил поменять. Ну-ну. Селфи? Да. Давай. Так. Есть. Все. Слушай, а может, все-таки в ресторан? Ночью, думаю, у плиты стоять. Я успею всех переориентировать. А я Лару пригласила. Она поможет с готовкой. У нее сейчас работа не очень. Ты не против? Я только за. Будем заводить семейные традиции. Точно. Заходите, заходите. Располагайте. Ага. Гости дорогие, проходите в дом. Давай. Ира. Спасибо. В дом, дом проходите. Здравствуйте. А ты как здесь? Мне здесь не рад. С каких-то пор. А. Не оправдывайся. Но забыл позвать подругу на корпоративное торжество. С кем не бывает. Я не сержусь. Контракт с итальянцами обмываем? Так, моя хозяюшка. И кто у нас сегодня в этой роли? Друзья, разрешите представить мою жену, Элеонора Вадимовна Литвак. Моя Вилечка. Не делай глупостей. Или ты хочешь вместе с любовником потерять еще работу? Горько! Вот. Ну что вы стоите? Проходите к столу. Спасибо. Так, секундочку, секундочку. Вот. Но то, что я вас люблю, это вы и так знаете. То, что я рада появлению у меня прекрасной мачехи, тоже. А вот про то, что мне очень хотелось бы братика или сестренку, я говорю вам сейчас. Так что будьте добры, пожалуйста. Ну и горько! Не переживай, я умею проигрывать. С этого момента ничего личного, только бизнес. Правда, я очень рада, что ты счастлив. А ключ от заветной калиточки я обещаю, я выкину. Поздравляю. Спасибо.